Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плед восточный, две одинаковых детали, и вы видите, что уже становится меньше пестрых фрагментов, у нас становятся более однотонные детали. И смотрите внимательно, из каких частей состоит деталь 13. Один синий, один желтый. 6 синих, 3 голубых, 6 синих, 1 желтый, 1 синий. Традиционно проверяем соответствие, симметрию. И после того, как провязали, подшиваем в обе стороны к нашему уже почти готовому пледу. Не пропустите ни одну часть пледа, иначе у вас не получится узор. Если вы что-то пропустили, заходите на канал YouTube, плейлист «Плед Восточный». Все части пледа там представлены. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить «Нравится», если вам понравился плед, делиться этими видео. Пускай такой замечательный плед свяжет как можно больше мастериц. И жду вас на следующую часть «Пледа Восточный».